Здравствуйте, меня зовут Екатерина Прутковская, я представляю компанию «Фармпро» город Новосибирск. Наша компания является крупнейшим производителем в стране гематогена. Замечательная сладость, которая всем нам знакома с детства. На выставке «Prodexpo 2014» наша компания представляет кондитерское направление своей деятельности. В частности, здесь вы можете видеть гематоген. Я уверен, что практически каждый житель России знаком с этим продуктом. Он активно продается в аптеках, но сегодня его можно купить и в обычных магазинах и супермаркетах. Чем прекрасен этот продукт? Мы воссоздали классическую технологию. Ту технологию, которая каждому знакома с детства, этот вкус, который каждому знаком с детства. Мы пошли еще дальше. Мы обогатили эти продукты различными вкусовыми добавками. В частности, кокос, витамин С, кедровый орех, лесной орех, все что угодно на любой вкус. Это первый наш продукт. Здесь можно срезать там. Здесь представлена наша гордость. Наш новый продукт – это натуральные фруктовые батончики «Росфрукт». Что такое «Росфрукт»? Это фрукты, ягоды, сок. На самом деле, больше там нет ничего. И самое главное, там нету сахара. То есть это кондитерский продукт нового поколения. Полезный, без сахара, идеальный перекус. Лучший способ попить чай, например, без шоколадки, зато с полезным вкусным продуктом. Не содержит сахара, поэтому подходит для диабетиков, подходит для всех, кто за фигурой за своей следит, для тех, кто ведет здоровый образ жизни. На самом деле, мы уверены, это продукт будущего.